Ребята, всем привет, с вами Александр, Monster Legend, в общем-то, вы давно меня просили, я тоже довольно давно обещал, как бы обещания я обычно выполняю, может, как говорится, не сразу, но выполняю. Да, Monster Legend, да, давно мы в нее не играли, я ее даже поудалял из телефона и симулятора, и вот установил. Давно не был, мне тут какие-то призы насыпают, Back to School, вот это, наверное, говоря, давайте нажмем получить. Так. История Гиперия. Собери токены перед тем, как... в общем, даже не знаю, что это такое. Такого раньше не было. Так, давайте дальше. Премиум, нет, спасибо. А где остальное, как бы? Где эта вся байда? Подождите. Там же было 14 пунктов. Было 14 пунктов. Алло, алло. Так, ну это... Это я помню, это я помню. Блин, а задание. Сейчас давайте так пока тут повспоминаю. Ежедневные задания. Не то. Что вот это? Это, ага, не прогрузилось. Это командные войны. Ой, сейчас, смотрите, у меня 3900 кубков. До сих пор что-то тут осталось. Меня не вышибло. Так, это не то. А где... О, собрать. О, все собралось. Ой, вот это вообще просто прекрасно. У меня 1,5 миллиона, 15 миллионов еды. Даже уж, правда, не помню, как бы это много или мало. Так, поменялся дизайн, да. О, вот так. Вот так шикарно, зато ничего не тормозит. Как красиво. У нас идет какая-то, как обычно, акция. Видите, мне дают очки лабиринтов. Ух ты. Поменялись, да, перерисовали жилище. Сейчас мы тут покопаемся, посмотрим, что у меня тут есть, чего у меня нет. Так, это, по-моему, последнее. Так, повторить все. Ах ты ж, ё-моё. Вот теперь точно все. Блин, нет, не все. Во, все, повторили все. 500 тысяч отдали, а то и больше. Задание. Блин, ну где вот та вот байда, которая... Как вызвать ту фигню, которая... Которая появляется в начале экрана. Здесь? Нет, не здесь. Здесь? Может, это оно? Нет, это тоже не оно. Какое-то социальное. Что это такое? Monster Wood, это мы знаем. Смотреть кристальчики. Давайте, ладно, пошли по событиям. Но это мне вообще все изначало напоминаю, да, но я еще что-то помню. Так, за что мы тут сражаемся? За кого? За клетки, да, за клеточки. Что это за существо? Почему я не могу даже посмотреть? То есть здесь неприкольно. Давайте дальше. Лабиринт вот идет. Ну, это мы знаем. Так, кто у нас здесь? Так, Metalhead, Device, Бурадгор, знаем такого, вот этого не знаем. Так, чё, ух ты, какие-то радужные стали эти штуки, ну давайте походим, что нам стоит. Пару баллов нам насыпали, давайте их потратим. Да, 10%, о, сейчас еще скидка. Или это мне дали скидку за то, что я зашел сюда. Или вообще в целом. Бывают дни же, когда здесь скидки. Но раньше были скидки хорошие, до 30, а потом это все дело испоганилось. Да, и скидок, в общем-то, не стало. Бой, ну что, бой так бой. Посмотрим, кто у меня здесь. Мне сменить команду, что-то вообще как бы непонятно. Вольтик. Так, Тетис, 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 Тетис и... Ну, пусть будет так. Так, пожиратель выносливости, естественно. Давайте вспоминать буду, чем я как там раньше сражался. Так, Вольтик, главное вот эти вот три удара использовать, да, не использовать вот этот. А что-то... А, вот звук, я думаю, что-то звуков нет. Ну вот и все. То есть они водяные, по ним идет дополнительный бонус. Этот еще гаденыш выжил, ну на тебе. Супер удар молнии.
Ура! Наша первая победа. Наверное, год не играл уже. Кто там шустрый? А ну-ка, в комментариях напишите, когда было последнее видео по Monster Legend. Так, ну все, да? Не, не все. Я еще... Ой, не туда. Вот эта штука мне всегда не нравилась, что сбиваются мои ходы. Ой, надеюсь, не сработало. Блин, сработало. Потратил один кристалл. Двадцать пять монет лабиринта мне насыпало. Еще, о, неплохо. Четвертую командную руну силы. Так, ну здесь всё, вроде как все. Это монстр, а в Monster Wood собираются у тебя приколы. Ну, жилища поменялись, но стало посимпатичнее, да, как-то. Вот мне два Бурадгора. Так, идем дальше. Собери свою награду. Какие тут акционные тварюхты, цены космические. Так, это мы видели. А, это он и есть. Гиперия. Ну, какой-то голем. Это пакеты бесплатно. Давайте откроем. Сейчас заглянем на карту еще, посмотрим. Так, этот у меня парень есть. О, тестовый бой нам предлагает. Ага. А, во, вот эта вот байда, которая, да, по-моему, это она. Да, здесь вот эти вот все предложения, которые в начале экрана выскакивали. Ну, а может и нет. А может и да. Вот, кстати, это кто-то новый, такого не помню. Замел. Да тут, наверное, добавилось уже не сотня монстров, а то и больше. С тех пор, как... Сейчас монстров 600... 43 вот вверху. И у меня 302, а их 643. Вот это тоже новый. Так. А ну-ка, кто там был? Этот у меня, Горан у меня есть. Так, ну он тут нам тестовый бой предлагает. Люцифер. Люцифер. The Life Melter. Они же обычно тут бывают на выбор, типа, можно было выбрать. Неуязвим к заморозке, к горению. На, вот мы тут вообще можем выбрать, кем сражаться. Ничего себе, этот парень типа круче. У него прям вообще все шустро. Так, ну эти мне хоть знакомы. Вот этого тоже я помню. Вот этого не помню. Этого парня помню. Ну давайте тестовый бой вот этим парнем сделаем. Так, их тут целых три. А что вот это? А, так я прям могу на ходу переключаться, что ли? Ну ладно, давайте суперудар. Чуть не понял, как это переключение работает. Мне чуть как заход посчитали. Так, они еще одержимость и кровотечение. Шикарный был удар. Ну, ох ты, ё-моё. Они что, и разных стихий? Супер удары разные. И паралич, и кровотечение. Ух ты, ё-моё. Три супер удара. Но они еще... выжили. А, подождите, а тут что, тестовый бой, я что, всеми буду сражаться? Так, я что-то не вкурил, как это работает. Ну, давайте будем их клепать. О-хо-хо-хо! Так, ну я так понимаю, когда я потеряю этих, мне дадут новых. Так, кто у них ходит следующий? Ага, я тоже хожу. Ну ладно. Ну, давайте удар хоть будем пробовать. Так, одержимость на него, кстати, сработала. Это хорошо. Так, блокирует щиты. С
снижение урона. Ну, пусть будет по всем. Снижение урона. Так, он одержим. Заякорил своего. Это до минус 25 урона. Ух ты. Так, а я могу... Да, вот я хотел вот это. Давайте проверим. Ух ты. Прям как этот. Огненный... Подожди, кого там играл? Джонни Кейдж, черепушка вот этот, ездил на мотоцикле. Забыл, как его зовут. Давайте супер удар. Так, и поджигание. Это хорошо. А вот эта штука что дает? Воспламенение. Каждый ход наносит слабый урон стихии огня. Так, всех еще раз сжечь. Оу, нашинковал бедняк. Это типа бесконечный бой, я так понимаю, да? По кругу все крутится. Так, что это? Тоже массовые удары. Люблю таких монстриков с массовыми ударами. Это у него что там, яйца в рюкзаке? Или икра? Он у нас подводный житель. Ну, заморозка по одному. Ну, давай, сильный удар. Ну, я так понял, да, эти монстры меняются, чтобы я мог, как бы, удары свои, типа, отладить. Ну, он догорит, не догорит. 3000 должен догореть. Кого там парализовало? Одного парализовало. Так, ну все, давайте, тогда заканчиваем, будем выходить. Отсюда. Soul Hugger. Тот, что обнимает души, да, любитель пообниматься. Ну вот так вот, короче. Отлично. Что здесь? Не прикольно. Что здесь? Это пакеты. Не прикольно. Но это мы все листали. Да, это все было, было, было. Ух ты, руны, руны. Так, Галанте, младший. А у меня кто-то из них точно есть. Ух ты, блин, ну тут капец, сколько всего. Давайте в лавку. Что-то у нас по чудищам. Заглянем. Барбатос. Самбакадабра, это, по-моему, один из топов, да, по контролю зелени, если мне память не изменяет. Хорус, ладно. Давайте заглянем вот сюда. Многопользовательская. Живые дуэли вот этого раньше не было. Подземелья были. Карта странствий была. Вообще-то я думал, что вот этот остров появился, а как бы остров-то не появился. Мы тут вроде как все... Выполнили или не выполнили? Да, выполнили. То есть мы тут, ребятки, все выполнили. А это что, не босс? А почему это не босс? Следующие враги. А, босс таки, да? Так, ну не знаю, давайте попробуем. Получится, не получится нам с первого раза завалить босса этого? Это зависит от таймериона.
Так, что этот парнишка не прогрузился? То есть, ну, задача убить вот этих двух, не потратив всю энергию при этом. Так, где-то моя энергия, надо сейчас контролировать. Так, и сейчас мне нужно нажать зарядиться. Так, ну я почти половину потратил. Так, теперь вот этот парень. Ну, если эквалайзер сработает, то все нормально. Да, сработал. Ну и Вольтик сейчас его просто берет и добивает за два удара. Ну вот так. Ну так это обычно я проходил всех боссов. Ну, за такое прохождение нам много баллов не дают. Ух ты. Дакар. Дакар у нас тут навоевал. Дакар, если ты нас смотришь, отзовись. Ну вот, как бы, ребята, тут не, ну, нечего делать. Острова нового до сих пор нет. Не понимаю, в чем проблема добавлять новые острова по приколу, чтобы посражаться. Да, ну давайте подземелье еще заглянем. Что у нас тут есть? Подземелье с ресурсами. Так, подожди. А вот это что? Захватывающие квесты, которые приносят эксклюзивных чудищ и призы. Попробовать вармастера. Не понял. Еще раз. Так, содержит достаточно клеток, чтобы получить вармастер. Ты. Ага, вот так вот. Прогрузилось. Правило. Ага. Не понял. То есть я сражаюсь не своими монстрами. Так, а эта штука же атакует бесконечно, как Вольтик. Ну, пока у нее энергия не закончится, в смысле. Ай. А чё? А, умерла и возродилась? Чё, так это опять та же байда, это просто тест монстра. Нет, а нафиг мне такое надо? А, ну, а войти? А, во-во-во, блин, ну так как-то все запутано стало. А, у меня клеток вот этих нет. Ну, точнее, мало. Ну, так, а я могу сменить команду? У меня вот доктор Виктор есть, я знаю. Так. Ну тут Темпест, он неплох. Все, у меня больше, в принципе, никого и нет. Темпест, как в этих. В Старкрафте. Так, он должен ходить первым, да, надеюсь? Ага. Что это было? А почему уклонение? Это у кого-то обилка такая, да? Ну, то есть, как бы, мне тут смысла, как бы, тратить энергию нету. Это у кого-то из них вот эти руны стоят, да, какие-то долбаные? Или я не знаю, как это назвать. Но мне нет смысла его атаковать, у него уклонение. Но я думаю, мы затащим. Вольтика вырубили.
Так, что еще есть? Ну, давайте пробьем этого парня. Ай, да ё-мо, я посмотрел на щит. Так, это он подлечил его. Ну все, в общем-то, на этом им хана. Так, фу, я все время путаю. Думаю, что это Вольтик. Ах, у нас доктор Виктор ходит первым. Так, ну еще и парализовал всех. Шикарно. На всякий случай слепоты давайте. Которая не сработала. Ну и финиталя комедия, ребятки. Добили всех. Руна тоже сработала. Молтус после своей смерти там проатаковал. Так, ну я 4 клетки грома. А, это типа это универсальные клетки, что ли? Ну, а в целом дают нам клетки Вармастер Бабари. Ну и все, как бы. У меня дальше нет. Давайте еще смотреть, что тут есть. Тут тоже нужны вот эти очки, да. Ну, в общем-то, и все, ребятки, как бы. Нечего мне тут больше вам показать. Покажу вот своих монстриков напоследок. Какие у меня есть, на каком уровне. Еще, наверное, сейчас в лабораторию доктора Виктора заглянем. Так, вот эти сердечки что-то означают. Не попрогружались. Ну, потому что с компа, с эмулятора. Такое часто бывает. Давайте в лабораторию зайдем доктора Виктора. Что-то у нас по лавке. Это нам не надо. Ничего здесь интересного нет. Извлечь. Вот рыбка у меня есть. Приступить. Вот так. Ну, вроде как все. Храмы, кстати, тоже поменялись. Ну, буду на этом заканчивать, ребятки. Ну, не вижу смысла пока. Ну, это вряд ли видео наберет тоже много просмотров. Чисто выполняю свое обещание. Так что играть в нее дальше вряд ли буду. У меня сейчас, как вы видите, в принципе, времени практически нет. Я даже в динозавриков играю очень редко сейчас. Так что всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.